Просто зараз триває відбір молодих українських виконавців для участі у фестивалі «Сігет». Він відбувається у Угорщині, у тій частині Будапешту, що має назву «Обуда». «Сігет» у перекладі означає «острів», а фестиваль давно вже іменують «Острів Свободи». Але це лірика тепер до прози. Група «Рейбен» має пряме відношення до Дніпропетровська і повне право зіграти на «Острові Свободи». За допомогою шанувальників хлопці вже потрапили у топ-40. І тепер просуваються до перемоги, але щось надто повільно. Пропоную підтримати своїх і проголосувати у соцмережах. Знайдіть групу «Рейбен» у ВКонтакті чи Фейсбук, там усе докладно розтлумачено. Голосувати можна не один раз, а отже, не лінуйтеся. Мені важливо, в першу чергу, відношення між людьми, відношення до ближнього. От це одна з дуже важливих речей. Мені важливо, коли я все-таки достучався до людини, который стал, допился, да, до человека, который стал немножечко добрее и светлее, может, о чем-то задумался. Очень здорово, когда человек все-таки реагирует, когда человек задумывается о чем-то, и это видно по глазам, что он благодарит. Для меня, ну, это любовь, ну, любовь – это вселенская любовь, которая, вот, не та любовь, которая, ну, вообще, вот вся любовь, если ее соединить, ну, это ж все… Да, в широком смысле этого слова любовь. В принципе, любовь классно, там может быть к Богу там. С помощью музыки объединять людей. Мы, в принципе, и так изначально все едины. Да, объединение. Нам кажется, что мы разные все, но в принципе у нас что-то вечное, что-то одно есть. Мы все одно целое, вся планета Земля и все люди. Вот. И с помощью такой музыки, когда мы все объединяемся, происходит волшебство. И это самое главное. Тож є надія, бездонна, дуже щира, прозорі мрії. Це не все, час діяти, ми не мов діти. Посмішки тобі, це не все, дарую квіти. У повітрі полум'я. Ми дуже різні всі. Так, да, ми всі дуже різні. У нас є дуже вспильчиві. Как пламя, люди, да, есть очень спокойные, текучие. Как вот я, да. Такой Днепр. Да, есть какие-то приземленные люди, вот. И есть ветреные. Це є ти, десь у глибині луна, є за обрієм, бо вони є вдалені. Це не жарт і не алегорія, велика родина. Славянские, в таком актовом зале, старинном таком, куда попал снаряд, где дырка сплошная, идет дождь и пылюка. Сидят 95-я бригада, вот, отличные ребята, и когда ты выступаешь и видишь эти глаза, или когда ты сидишь со стороны, твои коллеги-артисты выступают, и ты видишь то слезы, то... Просто радость и такая отвлеченность от всего, на что, ну, выпало их на голову. И ты видишь, что это все не просто так, и это очень важно. Ну, только там можно было это почувствовать, мы это почувствовали и продолжаем это делать дальше. Продолжаем дарить какую-то радость, какую-то надежду, какой-то свет. Где-то отвлечь как чем-то веселым, где-то спеть там про песню, ну, с песней «Демо до дому». Вот про дом, все-таки про возвращение всех домой, потому что познакомились с кучей, огромным большим количеством замечательных ребят, которые просто попали в такую ситуацию. У нас песня «Крыла», она, наверное, сейчас стала гимном, я не знаю, потому что мы, когда в Краматорске с 25-й бригаде, они предложили нас, короче, после концерта предложили нам нас покатать на БТРе.
и говорят: ребята, блин, вот можно мы вашу песню «Крыла» вот будем ставить на войну, когда в бой будем идти? Мы говорим: конечно. И они врубили эти «Крыла», я сидел как раз возле этого граммофона. В общем, так жестко, что приходилось просто орать «Ба-ба-ба-ба, всеми мами на БТРе!» Там просто, это был как фильм для нас. Да, это... еще такой был момент забавный. Мы едем на БТРе, и все нам машут, рекорд, и один солдат видит нас, машет нам и начинает танцевать нижний брейк. Да, начинает брейк танцевать, мы такие. Ну, это было, конечно. Да, волшебно. Мы супер, наверное, пацифистическая группа. Да. Из хиппи в хэппи, как бы, все дети все-таки планеты Земля, просто нам запудрили мозги некоторые всякие, не будем знать кто, и мы даже не знаем кто это, эти люди всегда в тени находятся, как мне кажется, и просто сталкивают лбами, замечательных, да, хороших людей, и это грустно, обидно, но все наладится, все пройдет, все будет хорошо. Поэтому мы больше о таком пишем, ну, чем... Больше о чем-то все-таки объединяющем.